mistakes in also in offense and in defense. And but first of all, in defense, we had a chance to play a little bit harder in that moment, and we didn't. So it's first of all they're more experienced than we are, and this is home court of Azamash also. Которые игроки? I'm not satisfied with many of them because I believe that they can play better. Most of them they can play better. But as I mentioned, those problems occurred very soon, very early in the game, and we didn't play. Curtis Milic, he just couldn't play the way he can otherwise. Protić got very soon very a lot of problems with personal fouls. So this was, if the point guards are not in the game, the rest of the team cannot play that well. That's for sure. But I believe that most of them can play much better than they did today. Even that I believe that we have a good game. No, this is just statistics. It's just statistics. I care about the result. And in the first half, Azamash scored 38 points. That's not a lot for one of the best teams in the league. Even our defense was not perfect. We are not the team who can play against Azamash and score 90 points and win that game. That's not our game. But if the result is lower, we have a chance. We proved that in the second half. Спасибо. Такая эмоциональная игра была. Выиграли, это уже хорошо. Смущайте игрока. Задавайте вопросы, чтобы он почувствовался нормально себя. Вопрос стандартный, комментарий к матчу. Сегодня, ну, что мы пропустили 62 очка, это не может не радовать, но с другой стороны, после первой половины было пропущено только 25. Я тогда не понимаю, почему я не вижу 50, например, пропущенных очков, а 62. Значит, расслабилась команда, значит, расслабились игроки и подумали, что вот игра уже выиграна. Если убрать детские ошибки в защите. Целиком защита была, скажем, более-менее. Но тоже эти ошибки возникали из самоотдачи и желания играть в обороне. Если Фред знает, я знаю, что он может защищаться, и его игрок один раз выбегает трюльник, второй раз мы ставим зону, получает мяч, поднимается, тоже бросает трюльник. Значит, расслабление в защите самоотдачи. То, что наша там система ротации срабатывает, это одно. Но самая большая проблема исходит из каждого игрока в защите, из его самоотдачи, желания играть в защите. Нападение сегодня было, если честно, вообще не радостное. Потому что проценты у Криса, у того же самого Фреда 11-2, 5-0. Ну, извините меня, с таким процентом это как, не знаю, выпустить детей, и дети из-под кольца забьют. Или это не настрой, или это
нежелание, но это было бы сумасшедшее, если нежелание не забивать легкие очки из-под кольца. Мы делаем комбинацию, доводим мяч под кольцо и не можем забить из-под кольца. Результат должен был быть совсем другой. Еще последнее, что я хочу сказать, то, что я понимаю, постарше игроки, некоторые сыты уже баскетболом, особенно в этом году. Но молодые, которые выходят, если мы выигрываем 10 очков, я неоднократно об этом говорил, давайте выигрываем 20 очков. После 20 давайте идем 25-30 очков. Давай эти алей-упы, поиграем на зрителей, на фанатов, которые приходят к нам поддерживать из-за красивой и зрелищной игрой. Надо, получайте удовольствие от игры. А сейчас такое ощущение, что мы, в защите мы должны работать и отдаваться, выкладываться. Нападение, пожалуйста, расслабьтесь чуть-чуть. Тем более, что в некоторых ситуациях я должен на скамейке чуть не, извиняюсь, там всех болельщиков со свои там ругательства и так далее. Но мне никто не объяснит, если я стоя возле площадки, указом, приказом говорю, бросайте в кольцо. Это невозможно, поверьте мне. Игрок должен проявлять желание, удовольствие, забивать очки, приносить пользу, создавать для партнеров по команде. Так что целиком то, что мы выиграли, это хорошо. Игра, если честно, меня совсем сегодня не порадовала. Особенно в нападении. Смотрите, у меня есть там на данный момент, скажем так, 9 целых игроков. И нет разницы, кто будет на площадке. Почему мы смотрим на имена? Мы должны смотреть на игроков, которые отрабатывают на площадке. Мне нет разницы, Александр сидит или играет. Если тот, кто выходит, он должен играть и делать все для пользы команды, приносить пользу команды сперва в защите, тогда идем в нападение. А кто играет? Мне кто-то говорит эксперименты с Ившиным сегодня. А что, Ившин не может выходить на стартовую пятерку, у него метка какая-то там черная, что он... Нет, он может то же самое выходить. Он, тот, кто старается на тренировках, работает на данный момент, кто лучше, я выпускаю. Или кому-то... Да, я должен тоже смотреть вперед, кому больше отдохнуть, кому, чтобы не так много играл, скажем так, чтобы травмы не получил. Потому что у нас впереди очень много игр. И когда 9 игроков на команде, я вчера с ними сам играл в баскетбол, тренировался как 10 игрок, потому что у нас 9 игроков. Так что плана такого не было, что Александр сегодня сидит, отдыхает или... Нет. То есть просто по ситуации. Пожалуйста, Пошалич уже в некоторых играх показывает неплохую игру. Что, он не заслужил выйти на стартовую пятерку? Я не говорю, что не заслужил выйти там и тот же самый Александр. Но это без разницы. Я всех люблю, игроков. То есть я всем доверяю. Дальше, как они проявят себя на площадке. Все. Некоторым игрокам, я скажу так, есть вообще дан карбланш. Играй в защите, играй в нападении и попроси сам замену. Все. Такой договоренность у меня с Пустозвоновым, например. Только ты играй, только ты расти как игрок и так далее.
То есть то же самое и с Бобровым, и с тем же самым Байде. Они стараются, некоторые психологически, может быть, перегорают или так далее. Но это надо работать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за вопросы, которого не было.